чемпионата мира по Power Move. Antoine Power, давайте его поприветствуем. Все, окей? Where are you? Where are you? Okay. Come on. Yes, yes. Я думаю, он свою речь скажет перед Power Move контестами, да? Просто сейчас хочу, он здесь посидел. Down, please. You are good? Yes. Down, please. Окей. MC был боксер. Hi. Все готово, поехали. Окей. Итак, у нас встречается. Окей, дамы и господа, наконец мы начинаем. Сейчас, открытие. Давайте все похлопаем, мы все очень долго ждали. Спасибо вам всем, что вы не остыли. У вас все еще остается энергия. Вы даете ее нам сюда своими аплодисментами. Итак, это Access of Power 2011. Всем только шуток. Поддержим.
находится на Axis of Power 2011. Первый из международных фестивалей серии Axis of Power. А главная категория будет Power Move. Я думаю, вы все останетесь, все посмотрите. Итак, у нас очень мало времени, поэтому мы начинаем все очень кратко и лаконично. Итак, первый человек, который я хочу вам представить, это Бибой Марсио. Но сейчас... Париж, Legitim Abstraction. Но сейчас он просто сделал здесь выход, да? То есть сейчас он сделал теперь Power Move, чтобы показать на самом деле, какие крутые Power Mover на Айдване, да? То есть сейчас он не делает здесь выход. Тарика я вам уже представил, организатора. Thank you.
Дело за решение обсудим. Окей. Окей. Are you ready? Yeah. Judge from three. One, two, three. Dance Crew, Fire and Energy Group, Beatles. Аплодисменты, пожалуйста, оппонентам SD Crew. И Wake Up. Поверьте мне, это будет очень крутой бат. Это реально будет.
Чуть-чуть, давайте микрофон. Чуть-чуть.